У сучасному світі інформаційних технологій дуже важливу роль грають телефонні комунікації. Практично у кожної людини є телефон, але не кожен уміє правильно з ним поводитися. Використовувати телефон як засіб зв'язку для призначення зустрічей або важливих повідомлень – це одне. Зовсім інше, коли його починають використовувати любителі поговорити. Довгі розмови по мобільному телефону можна віднести до шкідливих звичок. Я обратил внимание, поймал себя на мысли, что меня безумно, невероятно раздражает до прямо какого-то, до дрожи разговоры по мобильному в общественном транспорте. Особенно громкие разговоры. В Америке, по-моему, там где-то еще уже эти разговоры запрещены чуть ли там не законодательным образом. Особенно в театре разговоры по мобильному или в общественном транспорте. У нас тоже сейчас пытаются вешать эти таблички в автобусе. Разговор по мобильному запрещен. Но никто же это не читает и никто не придерживается. Багато хто знає, що є правила для мобільного зв'язку. Вони є, і ці правила досить прості. По-перше, мобільний телефон потрібно вимикати у таких випадках, коли він може завдати шкоди іншим людям. Це необхідно зробити у літаках, лікарнях і у тих місцях, де про це сказано. Іноді телефон може фактично з'явитися знаряддям вбивства. Ми їхали на дачу общественним транспортом, маршруткою. І, як завжди, в автобусах рішаються проблеми. Нові, значить, там свої революції. А то сказав, особливо це, звісно, пенсіонери, які їдуть на дачні участки. И шум стоит, гам, кто-то звонит, и, в общем, такая голова от этого, конечно, разрывается. Потому что каждый человек едет, у него своя проблема, свое настроение. И вдруг водитель выезжает на обочину, остановился, и говорит, я дальше не поеду. Чего ты начинаешь? Это все, давай! Говорит, вы мне мешаете работать. Я отвечаю за ваши жизни. Я ничего не слышу. Я слышу, как работает у меня двигатель. Я должен сосредоточиться везде. А тут у меня новый телевизор. Говорит, вы что в самом деле? Тишина полная. И до конца никто не писнул. Вот и все. И я зауважала этого человека. Не використовуйте мобільний телефон за кермом під час руху. Якщо не дійшов терміновий і важливий дзвінок, краще зупиніться і спокійно поговоріть. Навіть hands-free, вільні руки, погано впливають на реакцію водія. На думку вчених, розмова по телефону дорівнює випитій пляшці пива. У кінотеатрі, звичайному театрі, в музеях, виставкових залах, у церквах, храмах та інших громадських місцях переводіть телефон у беззвучний режим. А в кінотеатрі не світіть екраном, щоб не відволікати людей поруч із вами. У нас прийнято громко говорити, орати по телефону особливо. Тобто не в стороночку відійти, а з появлением мобільних телефонів, во-первых, його потрібно засвітити саму марку, чим круче. Вот нужно засвітити, громко говорити, понимаю, обсуждать какие-то проблемы. Это можно делать тихо. Кстати, телефоны устроены так, что если говорить очень тихо, спокойным голосом, то тебя будет слышно. Но почему-то у нас принято орать. Обязательно вот где-то в обществе. Не використовуйте в якості рингтонів те, що може образити або налякати людей. Це стосується нецензурної лексики, різних грубих і різких висловів і цілих композицій із ними. Краще вибрати приємний рінгтон, який не буде турбувати оточуючих. У кафе, ресторанах, громадському транспорті та в магазинах використовуйте телефон з найменшим рівнем сигналу. Я не можу говорити тільки об етикеті. Нужно говорити об общем уровні культури,
в обществе, которое сейчас просто не воспитывается. То есть уже какая-то субкультура появилась, оказывается, все на показ, и это будет круто. Свои доходы, не рассказывать, а понтоваться ими. То есть вот слово даже «понтоваться» появилось. Вот. И поэтому вот грубость, серость, неначитанность – это, к сожалению, влияет и на сам этикет. Это очень неприятно, когда человек начинает рассказывать о каких-то своих проблемах, а еще и личного свойства или характера какого-то такого интимного, и все это вокруг слышат. Это разговор по телефону – дело все-таки тоже интимное. Не случайно же будки с телефонными автоматами все-таки закрывались какой-то стеклянной дверью. А вот это вот ощущение, что когда я говорю по телефону, для меня все умерли и меня никто не слышит, это вот это раздражает невероятно. Мне очень уютно, комфортно и понятно в Европе, особенно в темпераментных странах, где для людей в принципе нормально там с одного улица, с одного конца огромной улицы там крикнуть в другой, когда увидел там человека, с которым хочется пообщаться. Ну, не вижу я в этом абсолютно ничего страшного. Если для человека нормально громко разговаривать по телефону, решая какие-то проблемы, которые ему кажутся очень важными в этот момент, он не может их не обсудить. И при этом он никому не мешает, что очень важно, то я как бы тоже не возражаю. Другое дело, что когда это происходит в кинотеатре, когда все смотрят какой-то хороший фильм, да, наверное, как бы это немножко не там. А в троллейбусе, ну извините меня, ну чем таким глобальным важным все вокруг занимаются в троллейбусе? Да ничем, едут. И то, что там кто-то где-то стоит и громко разговаривает по телефону, ну извините, это, наверное, даже интересно. То есть чем живет другой человек? Ну почему бы нет? Хотя, наверное, да, есть люди, которых это раздражает. Очень много людей, просто их раздражает. Ну, просто, наверное, им надо глубже дышать. Вот несколько глубоких вдохов, и раздражение уйдет. Создаются такие ситуации в транспорте, когда звонят людям, и вот они громко говорят в транспорте, конечно же, это не совсем так комфортно ехать. Можно перезвонить, сказать человеку, перезвони, я в маршрутке еду, например, я бы так сделала и делаю. И все-таки уважать надо окружение, когда вот ты увлекаешься разговором, контролировать свою громкость и сокращать речь, то есть до минимума сводить разговор, если ты находишься в неудобном для людей общении вместе. На різних ділових зустрічах і нарадах переводіть телефон у беззвучний режим. Зазвичай партнерів або начальство дратує сам факт дзвінка, адже він відволікає. Неприпустимо повідомляти номери мобільних телефонів третім особам без згоди на те власників. Може так скластися, що телефон дали виключно вам. Тому, перш ніж повідомляти його ще комусь, поцікавтеся, чи є у вас на це повноваження.